Приступим. Тут вот паренек со своими корешами, и они где-то на парковке, на дворе зима, повсюду снег. И с какого-то перепугу, Лаким, так его звать, сейчас начнет портить свои замечательные кроссовочки вот в этой луже. Я делаю это ради детей. Что вы делаете, дебилы? Господи, с ума сойти, вы чё? Вы гляньте, а? Ржачно. Какого хи**а? Что за бездонная яма на дороге? Черепашек-ниндзя он там не встретил. И друзья точно знали, что наеживают его. Особенно оператор, он аж на земле лежит от ржашечки. Что конь ретивый заливается. Бедный Лаким, он когда уходил, наверное, подумал: «Ненавижу своих белых друзей!» Зацените, более миллиона просмотров, и это видео с баскетбольного матча Никс против Трейл Блейзерс в прямом эфире на национальном телевидении. Но обратите внимание вот на этого мужчинку. Им нужен хороший проброс, чтобы сравнять счет. Кармелло набирает очки, но, знаешь, он всегда на подхвате, конечно. Крутотняшенька! Гляньте, мужчина просто красава! Но, знаешь, он всегда на подхвате, конечно. И вам не кажется, что он похож на самого интересного мужчину в мире, только без бороды? А еще заметьте, как поднимается его бровь, когда он смотрит на свой палец. Да глянь-ка, козюлину, что надо. И только посмотрите, в какие носовые дали он забрался, так и до мозга недалеко. Но на самом деле, кого из нас за этим занятием не заставали? Даже я не без греха.